Вот там он, короче, элитный уголок. Урос. Еще одна ламба. Ух ты, блядь. Барбарджини, Каунтач. Так, а это очень редкий Цедрик. 230-й вагон Делюкс. На L28 моторе. На дросселях. Санюха. Четырехдверная. Это у нас Сильвия 110-я. Так, это у нас старлетка вроде. Да. Старлетка. А вот первая хакасука сегодня, которую встретил. Четыре двери. Такая там уставшая, ржавая. Помятые двери задние. Такая вся в ржавом налете. Так, а вот Целика, та 22. Крутой очень кузов. Вот такая вот еще Санни стоит. СРР. Нихера состояние вообще, блин. Завод. Забег. А, ну тут не родной, блин. Охереть состояние вообще просто, капец. Как ново. Так, ну здесь вот ряд Феррари. И вот они поехали к GTR. Что-то такое грязное, даже не помыли. Весь засрано. Так, 34-й СРР. Вон его крыша в пленке. Жесть. Так, 33-й обычный. Ё-моё, в карбоновой пленке. Ты чего, они тут вместе с СРР клеились вместе, что ли? В этот раз здесь поменьше, потому что тут раз вот здесь все стояло в тачках. Вот появился Цефира А31. Прямо стоит с капотом облешим. Скай тут вроде был. Целика. Пятнашечка. РЭК-7 это была. Штыка. Родстер. На непонятном контрасширении. GTR 32. Так, морчок. Вот этот вроде был на торгах тогда. Еще снова продается, походу. Да-да-да, он был. Помню этот капот. Облежь. 32-й вот этот вроде тоже был. Так, РЭК-7. Ух, нифига себе. Здесь какие-то канарды стоят. Сплитрок такой здоровенный. Выхлоп в бок. Так, еще тут вот они. Зимний горизонт здесь. Оу, SX. Вот редкая штука. Это Toyota Origin. Сделана на базе Бревиса. Вот так вот двери открываются. Так, ну чё, 35-ка, как всегда, дохренище. Очень много 34-х GTR. А вот такие машинки здесь очень редкие. Фашка. На Хаяшик стрит. Ну вон, не важно, все. 34-ки. Да, офигенные. Ну, Sky. 210-й, четырехдверная, охрененно. Вообще офигенный кузов. Ох, смотрите, какая Креста 61-я. На МВС-ах. Колем пронжик, шарки. Хрена себе. Арочки такие сделаны. Тейл, да, стилек. Так, пока вот дойдешь до нужной тачки, это вообще капец. Столько встретишь интересных машин. Это у нас Цедрик 330. Родстер опять на расширение. Марк вагон. Марк 41. Так, это GT86. Ворг-ВС. XX. Хорош. Десятая элита.
Вон у меня GTR-у. GS-100, на каких-то стрёмных стопорях. 35-ки. Супра. Фредди 31. Skyline. Босс Изоку. Люди вообще, капец, во второй аукцион уже выставляется. Нахер никому не нужен. Одуреть вообще, конечно, чума. О-о-о, Кенмэри. На белых фундерах. Вся пожеванная, помятая. Капец. Ну, это, конечно, вообще крутая тачка. Но не должна она быть в таком состоянии. Просто как будто с баллончика или с кисточки покрасили. Трудом, блин. Так, ну-ка, отошли от Хакасуки. Я пришел ее смотреть. Ну вот она. Хак, которая мне нужна. Так, что мы тут наблюдаем? Ковши. Какие старые рекажи. Бензин фанит. Так, ну это, конечно же, не ГТР, это обычно как ГТ-10. И, ну, лайбочки ГТР присутствуют. Такой спойлер. Фендера. Вот она бы. Жирная. Ну и губа вообще такая вот. Так, мотор здесь L28. На дросселях. Короче, аккумулятор труб. Ну, короче, все понятно. Она визуально так сделана. Не восстановлено. Все покрашено антигравием. Здесь все задуто тоже. Вот они. Момент. Тут вроде полы нормальные. Да, бензин фанит вообще жестко. Здесь подделано. Угу. Тут, короче, тоже все замазано, помазано. Все делано, переделано. Все так все закидали, ну, херня вообще полная. О. Ну, посмотрим, сколько эта хака продаст. Она сегодня единственная двухдверная. 65 миллионов 900 тысяч йен. Пробег 46. Это на освобождение контач. Все, как сука продана. 7905. Ну, как я думал. Ну, такое все. Тут ходили, короче, думаю, что-нибудь надо завести там, какую-нибудь мощную ферочку какого-нибудь. И остановились вот на этом АФФ. Так, мы приехали практически в самый конец. Но еще вон там парковка есть. И еще вон там. Я не знаю, как это за день все обойти. Просто нереально, потому что тачек много интересных. И это пипец. Вот смотрите, какие эвакуаторы, платформы новые. Вот такой вот, смотрите, по две тачки. Это Mitsubishi Canter. Такой уже, короче, отреставрирован, сделан, вот так хорошенький прям. Isuzu Elf. Сейчас будем тестить платформу, насколько она съезжает. Пробега 156. Блин, нормально такой ехал. Так, 108 SSX. Вот такой более-менее нормальный. А это у нас 110-й Skyline. В хорошем состоянии. В принципе. Такой весь комплектный, целый. Хороший. Ох, какой жирный. 35-ик. Нихера себе. Еще
Фигаро, а это у нас Лексио. Вот, да, мы там с него, кстати, завели зенки. Фига, патроны, они такие. Так, это вот Аркадию Петровичу большой привет. С его стоком. Флажки еще есть на аукционе. Рексима ВД желтенькая. Так, GTR 32. Такой вот. Короче, капец, 14 там 900 что-то одна машина что-то продается. Мне идти, короче, вон туда же далеко-далеко, в ряд МТшных. И здесь вот встретил вот такие вот закромах еще одна ВДХа. Краска вся выгорела. Ну, в общем, стоит, скучает здесь. Еще одна RX-7. Так, более-менее лучше состояние на штатных дисках. Так, и рядом вот такой вот 32-й седанчик на провале, на фитухах. Ряд чисто вот американской техники, там всякие вот GMC, Chevy, всякие фургоны. Да, эта тачка я видел, короче, походу это вот, еще как написано здесь, тачка 326, возможно, спойлер их тоже стоит. Да, это, короче, 326 Power. Что-то запрятали сюда, вот эту вот боссузовку, непонятно почему. Капец вообще. Это у нас Глория, либо Цедрик в кузове А330. На шарках, на здоровенных вот таких, короче, обвесах и расширение. Что там задрот, походу, на пневме.